Всем привет, меня зовут Ася Изовская, я визажист-стилист. И сегодня мы с вами попробуем косметику японского бренда Sana. Сейчас я хочу попробовать вот такую вот матирующую базу. Я выдавливаю из тюбика небольшое количество, так как это база матирующая. Много средства не нужно и используем мы его только точечно. Это значит, средство я наношу непосредственно именно на проблему. У меня есть расширенные поры вот в этих вот областях. На носу, лбу и на подбородке. Как раз именно эти зоны у меня жирнятся, их я и буду матировать с помощью этой базы. Наношу тонким слоем. Средство очень приятное по текстуре. Не стягивает, не пересушивает кожу, но в то же время идеально убирает поры и матирует. Очень приятное. И кожа потом становится такая бархатная, гладкая, очень приятная на ощупь. Я довольна данной базой, и мне очень понравился результат.